Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала в Sid Meier's Civilization 6. Напомню, я играю за Россию. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии и начать просмотр именно с нее. Ну а всем остальным приятного просмотра. Потому что... Пока я построил коммерцию, то есть там... Прошу прощения у зрителей, что эта серия появилась с задержкой. К сожалению, были проблемы с рендерингом. С рендерингом видео. Несколько раз приходилось это делать, так как видео большое, сам рендеринг занимает время. И... То есть из-за этого, собственно, и отложена серия. Но она появилась. Приятного просмотра. Бабах! Ядерка упала. Да не. Где? Ларч почти успел, да. Успел. Хрена себе, 80 голды из какой-то вшивой фермы. Может там что-то... Там клад был залит. Там случайно не это было... Не караван? Может и караван. Потому что кампус, это я смотрю, у меня положение-то, ну, 3, 4, там 4-5. Я же говорю, кампусы построены были давно. Да они мне особо и не надо были. Я шел нормально. Я построил коммерцию, потом уже только начал лепить. Я же говорю, как-то долго. На территории, посмотри на мою территорию. Я смотрю, как-то... Балтимор, Нью-Орлеан, а все остальное такое галимое. Так на равнине. Считайте, города только работает. Промки нету. А у меня жрачки нету. Ну, это еще полбеды, жрачка. Полбеды, да, поэтому хоть кое-как. И на специях, на шоколаде, там шикарно. Нет, шоколад у меня только одна клетка, вот эфес я поставил, все. А поленки, наверное, надо было снести. Я думал об этом. Он давал бонус кампусу, поэтому я решил его оставить. Он плохо, очень. Он очень хреново стоит. Вместо него, ну, можно было города 2-3 перелепить, причем нормальных, хороших. Вот, а потом, когда я видел, куда он поставил кампус, понял, что сносить его только под полностью под сжигание. Тоже не вариант. А оставлять его себе фигня полная получится. Такое хреновое расположение. Эй, апнуться не успел. Ну, в общем, по своей игре могу сказать так. Дола и Та теперь более-менее нормально играю. Что-что? Дола и Та я теперь более-менее нормально играю. Дальше начинается фигня. Надо тренироваться. Ты куда ввел дубинщика? Охранять эту хату черную. Вот о боже мой, что это было? Я как раз выводил. Это лол просто. Подлетает корабль в щепки. Таран. Динамита загрузил на эту баржу или что-то. Смешно. Куда? Ну, чё там, нормально, 52 тихий человек. И никто его останавливать не будет.
У француза на 100 науки вход больше. Я думаю, он быстро сейчас меня догонит. Семь тех быстро не нагонят на разницу. А Сандро и Димка Бау, вы где уже? В композитных танках, да, типа? Давно. Мы уже ходу в 5, наверное, воюем на современных танках. И даже больше. Да больше. Ну, прямиком уже. То есть дальше. Уран у вас есть. Ну. Кстати, у меня до сих пор уран есть, я не знаю откуда. КГшка дает. До сих пор падение. Нет, ну как бы Сандра разграбил там уран. Но она продолжает давать мне его. А ты говоришь, сносить поленки надо было. Ни в коем разе. Так-то. А, ну. Что ты там? Хода не хватило. Че, будешь мужественным всадником? Не, ему тоже не хватит. Мужественным всадником. Чем? А вон, кстати, ко мне приехали миссионеры. Ну, правильно. Собственно говоря, только ты и остался, а у тебя города не особо развитые. Помню, что бери и да убивай их, и все. Проблема. Кроши миссионеров. Геноцид. Ура. Миссионеры? Пенсионеры. If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're misinformed. Да. Успел. Успел. Все. Всем спасибо за игру. Давай. Удачи. Стоп. Я хост, так что сохраните кто-нибудь. Спасибо за игру. Я засвоил. Угу. Джек.
Better to fight for something than live for nothing. It has been demonstrated that no system. It has been demonstrated that no system. Блин, это ж Горга. Она со мной не заключит мир вообще, походу, да, никогда? Агенда не даст. Снеси еще город. Да времени нету. Еще одни города.
Aim for the moon. If you miss... Короче, она не даст мне мира вообще ни при каких условиях. Она даже не примет условия, типа, один город даже отдать. Ну, это ГГ. Мне. Я буду до конца игры, буду играть с этим Горго. Если бы я не давил, сейчас начал давить миссионеров, он бы уже не говорил. Так я понадеюсь, может, они друг друга там с французом в ядерное пекло превратят. Прикольно, конечно. Был я об этом. Надо было попросить не выходить его, отдать мне мир. И все. Долбанный компьютер. Да. Так это, Сандра, сейчас я тебя обгоню даже. Ну, а ты видишь, какая фигня происходит? Я типа буду воевать теперь до конца игры, а за счет этого я не могу сбросить ни усталость от войны, ничего. А там еще 4 города. Ну, это ходов 10 минимум. И шо, это прикольно. Просто у Горго есть такая тема, ну, типа агенды, что она не принимает... ну, то есть, типа, биться до последнего, или как-то так называется, что не подписывает соглашение. Понимаешь?
мирные, как другие нации, которым ты там отрубил две руки, они там окей, и замирились, да, и живут себе дальше. С этим не проходит такой номер. Она даже один город консиднуть не хочет. То есть ее надо выпиливать до конца. А выпиливать до конца, это, считай, ГГ. У меня без войны бы наука была бы уже намного больше, чем с этой войной. Может отдать ей все эти города, за которые я воевал? Ну, тогда вообще как-то не прикольно, да? Просто у меня вообще тогда шансов нету никаких. Она готова их принять и заключить мир тогда? Она готова типа заключить мир, просто мир. Но если я говорю, давай я заключаю мир на условиях передачи хотя бы одного города, любого, ну, то есть она мне уступает, допустим, тот же Милетос, невозможно. А что, ну, слушай, ну, у нее 4 города осталось, что, неужели так сложно? Ты видишь, где они? Это еще 10 ходов. Сейчас это критично. Это... Посмотри на мою науку, у меня 150 науки в ход, как это догнать? Сейчас каждый ход на вес золота, и получается вместо буста по науке, да, я остановил лидера, но это какая-то такая херня полная. Просто обычно, когда играешь с кем-то, ну, вынесли человека в столицу, там, ну, замирился сразу, бог с ней, с этой половиной, получил буст, пошел дальше, куда тебе нужно. А здесь, получается, я не могу никуда уехать, потому что в городах минус 5, науки нет. Ну, совсем весело. Мне проще было бы вообще ничего не делать, чем делать вот так. Причем у нее войск-то особо нету. Тут один дебильный какой-то там этот стоит. Уже не стоит. I am willing to serve Michael. Может, меня тогда проще отпустить, что я буду тут сидеть? Я вообще не вижу прикола в этом. Ну, я-то сижу. Не, ну так ты сидишь, ты ж не воюешь, ну так получилось у тебя. Ну, а у меня как? Что мне делать сейчас? С компьютером ну, играть? Ждать, пока Джек кинет на Лёшу, а Лёша на Джек. По пару ядер. Как тебе такой план? Да вот что-то не хочется мне ждать этого.
такой себе планарчик, если честно. If you go on with this nuclear... Джек, а я тебе штуки дал декларацию о дружбе? Да. Нормально. Я этого не делал. Этого не делал. Сразу после того, как это... Мы с тобой поторговались, ты мне кинул. Наверное, случайно. Нафига мне бросать тебе декларацию о дружбе? Я не знаю, я сам удивился. Так а что ты не сказал? А я думал, то есть не сказал. Ну, как бы... Так надо. А? Я думал, так надо. Нормально. Может, я с Греции баловался с этими окошками и тебе случайно что-то там нажал? Понятно. Не понял, что это за вымогательства такие. Продолжи, пожалуйста. Ну, я могу только приехать к тебе, блин. Жаль. Сандра, ты со мной повоевать не хочешь? Там не хватает здесь, так, я тебе говорю, приятно минус 5. Смотрелось на города. Наводишь, а там 110, 110. Что 110? Ну, пробки. У тебя? Ну, когда войну мне объявили, да. Нормально. У меня танки по два ходика делают без карточки. Прикольно. Походу Австралии можно нормально тебе... уходить в науку. Да, кто тебе войну объявлял? Француз. А-а-а. Что, ты не помнишь ультиматум? Да, помню. To really foul things up, you need a computer. Destroying rainforest for economic gain is like burning a renaissance. А мы только с ядерками, да? Нет, совсем. Ванили совсем. Thank you.
Не, ну так-то Лёша первый улетает. Да. Кто там ученого на Эврике взял? Я не брал. Я брал. А, ну тогда надо Франца забояться. Леша, у меня там по периметру вокруг всей земли, так что, наверное, зря ты пытаешься. А танки вообще продавливают вертолеты или нет? Современные, да. И то не факт. Да все же зависит от того, от местности там еще, от поддержки. Там же дофига всяких бонусов. Ты же вон генерала взял. Rocket science has been mythologized all out of proportion. Да ну это бред. Короче. Я буду пропускать просто АХД. Это прикольно.
Вот так, да, так может и получится. Men, their rights and nothing more. Women, their rights and nothing less. Men, their rights and nothing more. Women, their rights and nothing less. Перекурю пока. Там до конца таймера.
А американец. Кидай. All material things seem to have. All material things seem to have been. Сандра, друг, очень нужно. Тебе, я думаю, это не скоро надо будет, правильно? А кто-нибудь космопорт уже построил? Здесь выгоднее ядерки построить, чем космопорт. Прикол в том, что в ракетостроение только мы с Джеком и вышли. Ну, это логично у вас. Науки. А как по-другому, да, как по-другому? Если эта долбанная горга меня вывела просто из игры. С своими этими чудо-приключениями. Слушай, Джек, тут такое дело... Если мы будем воевать друг с другом, то вот эти ребята приплывут морем и нас закидают. Понимаешь? А мы сделать ничего не можем. Ну, а твои предложения? Ну, как минимум друг с другом не воевать. Я бы, честно говоря, хотел... Ну, у меня есть армия, я бы пошел с ними воевать. Ну, только если... Ты тоже. Ну, просто понимаешь, у нас получается так. Если мы воюем, ну, предположим, там, например, ты меня побеждаешь, да, предположим, но им просто достаточно на подлодках привезти ядерные ракеты и тебя закидать, все. А ты ничего не можешь сделать. Тоже ядерная ракета. Да, ну ты стационарен, ты никуда не можешь деться. Ты не можешь прийти, ты, ну, например... К австралийцу, ему достаточно вот Сиань и Киншасу там захватить, и все, ты до него не достанешь уже. Я просто, ну, сейчас вот сижу, думаю, типа, куда кидать, и получается, что я не могу на них скинуть вообще никак. И сорю, что ты тоже. У тебя единственный город это Киншаса, который австралиец захватывает за ход просто. То есть ты предлагаешь улетать? Ну, мы не сможем улететь. Они приплывут на нас ядерки сбрасывать. Дарчи! Ты хочешь бросить бомбу? Я знаю, ты хочешь. Ну, ты сам посуди. Мы вышли с тобой в ракетостроение. А они не вышли. Они явно идут в ядерки. Тут просто нет других вариантов. Друг на друга им кидать нету смысла. То есть они будут на нас кидать. Так а что нам кидать, если нам нечего кидать? Ну будет что-то кидать. Ребята, вы посмотрите, где мы. Еще долго. 49 тех, у вас 58. То нам еще столько же, нам по 10 тех надо изучить, чтобы только выйти, чтобы начать строить эти. Ну правильно, если мы будем воевать, то у вас будет это время. Проще кому-то из вас второго ближайшего лидера снести, да и все. Конечно, и закончить эту партию. Так, ну, такой план как бы проще реализуем. Нет, ну давайте мы дружно примем эмбарго на ядерное оружие.
Ребята, ну как хотите, но я не буду принимать эмбарго на это оружие. Я, короче, хотите, бомбите меня, но я не буду в этом участвовать. Однозначно. Я не хочу сидеть просто здесь, вот просто сидеть. Я объяснил, почему вот такая вот фигня получилась. Если бы я полгорга запилил, да, и мы бы дальше бы развивались, то я был бы третьим игроком, который, может быть, мы разговаривали, давайте запретим это оружие. Но у меня нет возможности, я до сих пор воюю с горгой. Я уже Сандра обогнал на две техники. Но. Чумарчик я... тоже всю игру сидит, пасет задних. Сандра, вы вдвоем я... остались. Представь, ты строишь 5 поселенцев, а потом ну, тебе просто их сносят. Да как я... это? Не, я понимаю, я вижу, я открыл же немножко твою территорию, я вижу. Я просто к тому, что вы на нас как-то так рассчитываете, чересчур, мне кажется. Ну... У меня... Интересно, сейчас я снесу горга. Что будет вообще по цифрам? Нет, я подрасту цифры сразу. Так однозначно у меня должны подрасти. О, вот это другой разговор. Так оно и должно было быть. 15 ходов назад, то берешь города, а цифра не увеличивается. Даже как это так? Не, ну вот сейчас тебе уже есть нет. Прикол поиграть, чтобы они между собой тоже закусились. Ну, ты ж пойми, у меня... Пока у меня несчастье до хрена. В этом косяк.
Так что, Джек, на кого кидаешь ядерку? На меня уже одна прилетела. Уже прилетела? Леон, я вижу. Вот, кто первый вышел, тот и победил. Нет, так... Одна ядерка такой. Так Джек же на меня напал. Не, ну я просто не в курсе, что у вас там происходит. А что, вам не приходит сообщение, кто кому войну объявил? Я по звукам слышал, что кто-то где-то скинул. Да у меня даже не открыто-то, я не знаю, где Лёша даже находится. На этом пока все, играйте в умные игры, а продолжение завтра. Спасибо, что досмотрели до конца, я Леша Халец и тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все, играйте в умные игры.